центровой «Автодор» Айзея Хикс, лидер сезона по блокшотам в среднем по 2 за игру. На этот раз досталось Уиллу Каммингсу из «Лока». Хикс идеально выбрал момент для прыжка и зачехлил оппонента. И автором лучшего момента недели становится защитник «Автодора» Орландо Джонсон. Резвый защитник легко обыграл Сэма Деккера и отправил на постер MVP января Алана Уильямса. Мощнейший данк. Шоу-тайм по-саратовски.